приехала к нам из Америки, певица. Она сейчас расскажет сама о себе. Добрый день или вечер, я не знаю, у кого что, и день, и вечер, да. Ну, что мне рассказать о себе? Я живу в Чикаго, работаю профессиональной певицей, разъезжаю очень много, работаю очень много в России также. Приглашают со своими песнями. У меня сейчас уже очень, так сказать, большое количество своих собственных песен, и я с ними езжу, выступаю, и в том числе вот сейчас очень достаточно часто оказалась в России. Назревает такой вопрос: где нравится публика больше? И в чем отличие публики там от публики здесь? Ну, вы знаете, здесь исполняются русские песни, и мне кажется, что публика воспринимает очень тепло. Во всяком случае, у меня не было проблем с приемом. Вот, в Америке тоже воспринимают хорошо, но там другие песни, поэтому мне очень сложно судить. Какие песни в Америке вы исполняете? Ну, в Америке я исполняю по-английски в основном песни, а в России я исполняю, конечно, песни по-русски. Но я могу исполнять также по-английски и в России, но я не считаю, что это нужно, потому что если ты приезжаешь в Россию, все-таки хочется петь по-русски. В любом случае, вы можете и так, можете поменять местами, петь у нас на английском, там на русском, правильно? Какие творческие планы на будущее? Творческие планы, ну, я бы хотела как можно больше давать концертов, писать новые песни, привозить их сюда, и надеюсь, что они будут здесь очень всем нравиться, и у меня есть своя музыкальная группа, и я бы хотела, чтобы я могла приезжать вместе с группой, и мы давали здесь как можно больше концертов и радовали слушателей. Инесса, а музыкальная группа, с которой вы работаете, я так понимаю, есть название? Да, группа называется Chicago Destiny Band. В интернете можно найти? Можно найти. У меня есть моя страница Инесса Данюшевская, а также есть моя профессиональная страница Инесса и Chicago Destiny Band. Обязательно поищем на досуге. Что-нибудь еще хотите нам сказать? Я хочу пожелать всем мира, добра, любви, и чтобы всем было уютно и хорошо жить там, где они живут. Какие прекрасные, теплые слова. Спасибо, Инесса. Спасибо. Всего доброго. Второй лауреат второй премии Инесса. Поздравляем, дорогие! Вторая премия – это тоже очень клево. Инесса, Соединенные Штаты Америки.